Если в вашей микроволновке присутствует функция гриля, то это сигнал к тому, что нужно таки его использовать. Хочу предложить вам попробовать приготовить овощи под грилем в микроволновке. Готовить таким образом под грилем можно самые разные овощи, которые только вам придут в голову. Мне еще очень по душе баклажаны, приготовленные таким способом, чтобы цветная капуста была помягче. Ее можно предварительно отварить 15 минут в подсоленной воде, подавайте к столу как отдельное блюдо или в качестве гарнира. Итак, смотрите, как приготовить гриль в микроволновке. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Такие продукты будут нужны. Перец болгарский, 2 штуки. Кабачки, 2 штуки. Цветная капуста, 1 штука. Батат, 1 штука. Тимьян, по вкусу. Чеснок, 2 зубчика. Масло оливковое, по вкусу. Количество порций, 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Всем добра, заходите еще.